Ну а Тульская область стала центром детского хоккея. Шестой год подряд здесь международный турнир «Еврохим». На этот раз участвовали 12 команд из 8 стран мира. Кубок завоевала команда «Виктория» из Новомосковска. Второе место у хоккеистов Литвы, ну а третье у команды из Мурманской области. Наши дети показывают нам, взрослым, как нужно выстраивать отношения, как нужно дружить. И давайте все мы, взрослые, будем брать пример с наших детей –